Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Алиста Геймс. Сегодня у нас на обзоре, конечно же, арта 10-го левела. Я не артовод, но обзор запилим. Вот, француз, 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, BC-155-56. Барабанная арта, да, барабан на 3 снаряда. Вот, и прежде чем продолжим обзор, конечно же, пробей лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами обзор начнем, как и по любой технике нашей любимой игры. Пойдем поглядим бронирование. Может быть, это вообще, я не знаю, стальной дом с пушкой. Вперед. Итак, господа, коллижн модель нашего Бочетильона 155-58. Смотрите, весь красный, наверное, супер бронированный. Смотрим. 19. Ага, внизу сотка. Вот самое бронированное место, походу, в этой арте. Сотка. Здесь 19. 48. Ага, 22. 16. 25. Ага, 23. 13. Ага, 16. Здесь вот, кстати, есть места. Лучше ему сюда не стрелять. Можете фугасным судаком попасть. И если у вас фугас меньше 60 мм не пробить, не пробьете. Здесь 16, здесь 16. Все запомнили. Стреляем в любое место в силуэт, только не в нижнюю планку. Стреляем выше гусениц в любое место. Брони нет. Так, с броней разобрались. Идем изучать орудие. Пушечка у нас, кстати, позорная. 9-го левела, да, нам не дали пушку 10-го. Сэкономили французы. Вот, 680 пробитие на осколочно-фугасном дезориентации, оно же оглушение. 830 на осколочно-фугасном без оглушения. 460 на бронебойном. 3 снаряда в барабане. Время перезарядки между выстрелами в барабане 10 секунд. Да, еще дополнительно 10 секунд. И барабан на 3 снаряда заряжается 52 секунды. То есть суммарно между выстрелами 20 секунд, да, между тремя. И получается еще 52. Итого 72 секунды, чтобы очистить барабан по врагам, его зарядить и отстрелять. Ни хрена себе, как долго. При такой, в принципе, альфе, если все пробьют, может быть, даже это и профитнее играть с барабаном. Ладно, ДПМ 1700, время дезориентации самое маленькое, 17 секунд. Точность, ну, неплохая, на самом деле, против других арт 10-го левела. И самое комфортное время сведения, самое низкое на французской арте. Вот, по полевой модернизации. Второй блок, доработка ходовой. Четвертый, комплекс Охотник М. Пятый, настройка гидравлики. Седьмой, настройка механизма заряжания. Восьмой, облегченные конструкции. Вторым слотом не хрена брать, но возьмем хотя бы на разведку. Наверное. Вот, по оборудованию. Вот, поскольку у нас, по-моему, же мы можем ветерсо поставить? Нет, не можем. Все, вентиль не можем, да, нас обломали. Только с УМП. Самое правильное... Так, а что это я тут поставил? А, мы ж сюда и не можем поставить досел. Значит, ставим приводы, ставим УМП. Ну, а что нам тут еще ставить? Она и так быстро ездит, турбина, думаю, не надо, наверное. Ну, поставим малошумку, будем супер незаметными, наверное, так. По снарядам. У нас... Осколочно-фугасный летит нищий 490, бронебойный летит 500, почти 600 метров в секунду, кстати, неплохо. Вот, это по скорости полета снаряда. По снаряжению ремка-аптечка, маленький огнетушитель, но рекомендую ставить доп. Паёк, максимально раскачать возможности данной арты. Вот, ну а как по-другому. У нас 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам, идем... Минусом, да, извиняюсь, оговорился. Идем в нашу шикарную таблицу, ну и смотрим. Ага, у нас самый нищий альфа, но это и понятно, барабан. У нас одно из самых, ну, раньше чуть больше, чем на советах, бронепробитие самое плохое, самое нищее время оглушения. Барабан заряжается 48,8, ну, на 3 снаряда тут непонятно, здорово это или плохо, только бой покажет. Профит на этой арте, да? Дальше смотрим. Ага. Время сведения у нас почти самое лучшее. Обгоняет только у нас Германия. Нет, не Германия. Да, Германия. Вот. Дальше. Разброс у нас. Второе место. Нормальный разброс. Так, 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 так. Ну, броня смотрели. И подвижность у нас уникальная.
максимальная скорость. У нас 57 вперед летает, как СТ-шка. Ребят, 57 арта ездит. Представляете, не все, кстати, СТ-шки даже на 10 уровне 57 катают. Есть хуже. Так что вот так вот. Итак, основное отличие — это барабан, это хорошая подвижность. Вот. И, кстати, неплохая точность. Наверное, это выделить. Вот, но барабан долго заряжается. Там, где вы привыкли на другой арте куда-то подкатить в какое-то место, отыгрыша встать и уже по перекатке дать, на этой арте у вас так не получится. Вы будете наблюдать перекатку, но пострелять по ней не получится, скорее всего. Отправляемся в бой, посмотрим, на что, собственно, француз способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Французская арта 10 левела. БЦ-155-58, попали в сета против десяток. Так, не знаю я тут позиции, где играть, как всегда. Но предвижу, что надо ехать к этой поломанной мостушке, вот тут. Кустик! Угу. Думаю, да. Хорошая у нас подвижность. Барабан на 3 снаряда, отличительная особенность. Французы — это подвижность и барабан на арте. Но маленькая альфа, малое время оглушения, малое пробитие. Ну, все, сныкались. Сводимся мы на понятное место. Заряжаемся пока. Зарядиться мы не успеем барабаном, чтобы вот этих откидывать. Хотя, о, едет. Только можем облизываться. Едет. Еще кто поедет? Нет. Тогда сюда. На тебе по башке. А? Как оно? Норм? Стоишь? Стой. Не надо отъезжать. На тебе еще. А? На 327. Хорошо. Как броня работает? На тебе еще на 205. Вот. 667 ИСУ четвертому. Мега бронированному. Ну, все как положено. Ох, вот это хорош для нас. Главное, чтобы он светился. Заряжаемся, заряжаемся. Ну просто Е100 пробивать такое себе. А он не светится. А стрелять... О, засветился. Ой, а тут мешать нам много чего будет. Не факт, что попадем. Стоишь? Отсветился. Гаденыш. Вот, в борта. На тебе еще, чтоб ты весь под станом пес был. Да. Все. Один снаряд вот сюда надо отправить. Эх, только оглушение не попали. Ну ладно, пусть под станом. Ну, 2К уже сделали. Косарь настрела. Косарь ассист по оглушению. Здорово. Просто замечательно. Все. А у нас, у врагов турбослив. Мы ничего не настреляем. Мы ничего не настреляем. Ага. Стоишь все. Ну, стой, стой. Да. Стоит он. Все, настоялся. Все, ребята, турбослив. Вот жизнь артовода она. Постой, паровоз, не стучите колеса, это называется. Вот ассист пошел. А может быть и нормально получится. Перелет. Ну все. Ну ё-моё.
Ну, ё-моё, промахнулся мышкой. Ладно, 3К дали, уже приятно. Турбослив, счет 15-2. И даже при этом мы успели настрелять 1300 и 1900 ассиста по, я так понимаю, именно по дезориентации, по оглушению. Переигрывать не буду, не люблю играть на арте. В целом по арте, я думаю, все понятно. Ох, да, ух ты, твоя награда, чтобы ее за арту, да, дали, фу-фу. А 1267 настрел. Угу. Так, а сколько другая? А вот арта настреляла 243. Видали, мы ее обогнали. Нифига себе, мы крутые, мы другую арту обогнали. Так, сколько у них тут арта дала? 437, ребята. ГВЕ 100, 539. То есть из всех четырех арт, как союзный, так и противника, француз настрелял больше всех. Успел за короткий бой. Потому что барабан. И что-то мы там, да, нафигачили ассист по дезориентации. 1900 и 1267. Получается там, ну, примерно 3200 где-то. Ну, я хочу сказать, отлично. 3200 за такой короткий бой. Вот вам француз. Ребята, еще раз. Хорошая подвижность. Вот. Очень хорошая подвижность. Тут даже говорить нечего. И все-таки барабан. Барабан — это всегда хорошо. Можно прям держать один танк достаточно долгое время под станом. И бедный не знает, там, танкист, что делать. Когда просто весь в оглушении экипаж. Ну, вот вам французская арта. По оборудованию, я думаю, можно попробовать покататься еще и с вентилятором вместо УМП, но это на ваше усмотрение. Я вот вам покажу к статистике. Я не арта, вот это. Там сейчас вот начнут говорить, да, вот бой. Второй бой на этой арте. Второй. Второй бой всего за всю жизнь этой САУ в ангаре. Второй. И больше, я думаю, не будет. Потому что, ну, я же не буду нас, танкистов, унижать. Вот, господа артоводы среди зрителей, вы выскажите свое мнение под видео в комментариях, как вам французская арта, какое на ваш взгляд оно занимает место, и лучше с УМП ездить или все-таки с вентилятором на данном агрегате. Вот, ставьте лукс, подписывайтесь на канал, я по пятибалльной системе ставлю твердую четверку, у меня вообще все арты четверки, была бы какая-нибудь супер уникальная, может даже пятерку поставил бы, да? Да, это комфорт. Комфорт игры в танках. Жопа не горит, стоишь по откуда-то там с другой карты, чуть ли не стреляешь по всем, а наносишь урон, тебя никто не видит. Ну, это же не мечта — иметь танк-невидимку. Всем пока-пока, до скорых встреч, новых обзоров. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.